Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители компьютерных игр и всяческих развлечений. Наши позывные «Гамовер» и «Бонус», и мы начинаем программу «От винта». Вот некоторые утверждают, что игры — это несерьезно, мол, отнимают кучу времени. Однако многие достойные ученые считают, что игра занимает важное место в жизни любого взрослого человека. Взять хотя бы Эрика Бьорна и его работу «Игры, в которые играют люди». А если вспомнить сакраментальное, что наша жизнь — игра? Что это? Впрочем, не все игры одинаково умны. Прямо скажем, иногда встречаются довольно-таки глупые игры. Неприятные и жестокие. Да прекратите это, наконец! Нашу программу открывает игра Mortal Kombat Trilogy. Как утверждают классики, энтузиазм заразителен, а фанатизм неотразим. Какие такие классики? Попробуем еще раз. Классики говорят, что энтузиазм заразителен, а фанатизм просто неотразим. Серия игр Mortal Kombat имеет большое количество фанатичных поклонников. Они прекрасно знают о достоинствах и недостатках тех или иных персонажей, будь то Соня Блейк или Саб-Зиро, и даже могут рассказать об их запутанных взаимоотношениях. Появление первого Mortal Kombat было с восторгом встречено продавцами клавиатур, поскольку именно эта деталь компьютера очень быстро ломается в ходе смертельного поединка. В отличие от большинства игр, Mortal Kombat доставляет удовольствие не только самому игроку, но и праздным зрителям, которые имеют обыкновение околачиваться вокруг компьютера. Они наблюдают за действием с тем же удовольствием, с каким толпа наблюдает за пьяной дракой. И подзуживают. И подзуживают. Мы можем рекомендовать эту забаву только тем самым фанатичным поклонникам игры, о которых мы говорили в начале сюжета. Существует много способов структурирования свободного времени, но важнейшим из них является игра. В широком смысле этого слова любое коллекционирование — это тоже игра. Однако не все могут найти себе правильный объект для коллекционирования. А чем здесь пахнет? Виски. Джонни Уокер. Блэк Лейбл. Не надышаться бы. Ну а сейчас мы хотели бы рассказать вам о новой игре ужасов, которая называется Nightmare Creatures. Ночь. Улица. Анатомический театр. Самое тихое место в городе. Глухой сторож давно спит, а студенты придут только утром. Тихо. Но чу, что это за странные звуки? Как будто кто-то стонет. А что это так неприятно звякает? Скальпель? Да. Это скальпель. Инструмент, одинаково пригодный для доброго и злого дела. Гениальный и сумасшедший вивисектор по имени Адам Кроули, адепт зловещего братства Гекаты, собирает из кусочков человеческой плоти своих жутких гомункулов. Скоро они войдут в Лондон, и город содрогнется от ужаса. Приключенческий экшен Nightmare Creatures подойдет аудитории, которая с грустью вспоминает об играх из серии Alone in the Dark. Правда, Alone in the Dark, помимо гибкости пальцев, требовал также известной гибкости ума, что не так заметно в Nightmare Creatures. Однако обе программы сближает зловещая атмосфера тревожного ожидания неприятностей. И неприятности будут. Ибо по следу кровавого братства Гекаты
Уже идет священник Игнатиус Блэкворд, экзорцист и прекрасный боец, и его помощница по имени Надя, которая мстит за смерть отца. Впереди их ждут 16 уровней, которые надо очистить от порождений тьмы и вернуть покой на улице Лондона. Тебе понравится эта игра, дружок. Посиди за компьютером до полуночи, а потом отодвинь занавеску и выгляни наружу. Видишь в переулке колеблющуюся тень? Думаешь, это дерево? Нет, дружок, это не дерево. Это гораздо хуже. Ну вот. Мы немного того, надышались. Некоторые коллекционеры того. Забыл виски? Black Label. Black Label. Драм. Погоди. В довершение программы. В завершении ее мы бы хотели рассказать об игре ProPilot. ProPilot. Наше намерение рассказать вам про ProPilot, то есть об игре ProPilot, вызвано на самом деле вполне серьезными причинами. Всем, кто читает газеты, понятно, что безопасность авиапутешествий прискорбным образом понизилась. Гравитация. Этот извечный враг летающей публики, кажется, берет реванш за долгие годы наших легкомысленных полетов во сне и наяву. Но повинна в этом не только гравитация. Мы не будем останавливаться на причинах участившихся авиакатастроф. К тому же об этих причинах мы все равно ничего не знаем. Мы лучше расскажем о так называемой сублимации. В самом общем виде. Сублимация – это когда человек делает что-нибудь одно, вместо того, чтобы делать совсем другое. Звучит очень запутанно. А как же? В данном случае некоторым людям, вместо того, чтобы, например, летать на самолетах, подвергая себя и окружающих смертельной опасности, лучше сесть играть в ProPilot. Управлять виртуальным самолетом ничуть не проще, чем настоящим. Поэтому ProPilot можно назвать настоящим симулятором, без всяких оговорок. Плюс полная безопасность. Вот так-то. А вы говорите, сублимация. Ну вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами. Гейм оба. До следующей встречи. Внимание! Программа «От винта» ищет контакт с кланами игроков в Ultima Online для проведения совместной акции. Пишите нам!